Смятое лобовое стекло и следы крови на асфальте. Такую страшную картину наблюдали все те, кто сегодня утром находился на Тутаевском шоссе в Ярославле. Прямо на пешеходном переходе под колеса праворульного Ниссана попал молодой парень. Машина протащила его несколько метров. Первую помощь пострадавшему оказали водитель и неравнодушные прохожие. Человек сидел, ну он в трансе был, ну не в себе, весь в крови так, поцарапанный. Ну и помогли ему немножко, что смогли. Скорую вызвали. С места аварии парня доставили в Соловьевскую больницу. Он обследуется, выполняется ему первичная хирургическая обработка раны головы. Больше повреждений у него не обнаружено на данный момент. Сам водитель от комментариев отказался. Все необходимые процедуры сделал в патрульном автомобиле, в том числе и освидетельствование, которое показало, в момент аварии мужчина был трезв. У этого перехода дурная слава. Здесь нередко под колеса автомобилей попадают пешеходы. Всему виной отсутствие светофора. Лежачих полицейских здесь тоже нет. Поэтому любой переход с одной стороны дороги на другую превращается для пешеходов в своеобразный квест. Добиваемся, чтобы нам поставили здесь светофор. И депутатам ходили, и заявления писали. Нет, только одни обещания. Все. Мы уже боимся этого перехода. Известный молодой человек шел на рыбалку. В ближайшее время парню любые прогулки будут точно противопоказаны, пока не заживут ссадины. Дмитрий Жданюк, Олег Лушников и Денис Сахаров. Оперативное вещание.